скакун-межняк – это насекомое из семейства жужелиц, которое обитает в Европе и Северной Азии. Он получил свое название благодаря своей способности быстро передвигаться и скакать на поверхности земли. Эти жуки обитают на открытых территориях, таких как поля, луга, пустыни и песчаные равнины. Они активны днем и охотятся на других насекомых. Личинки скакунов тоже хищники. Для охоты личинки используют норы, где сидят, ожидая пробегающую мимо жертву. При появлении добычи она как пружина выстреливает из засады, хватает ее острыми челюстями, затаскивает в норку и пожирает. Скакун-межняк является важным компонентом экосистемы и играет роль в естественном биологическом контроле насекомых. Однако, как и многие другие виды насекомых, он подвержен угрозам, связанным с изменением климата и использованием пестицидов. Малая площадь пригодных для обитания вида сухих и хорошо прогреваемых солнцем открытых мест на легких почвах приводит к уменьшению численности вида. Лафрии, или кусачки, это род ктерей. Известно 240 видов. Крупные мухи длиной от 10 до 39 мм. Хоботок длинный, третий членик усиков длинный, брюшко длинное, толстое, расширяющееся сзади у самок. Как все ктыри лафрии, ведут хищнический образ жизни, нападая на различных насекомых. Поджидая добычу, они сидят обычно на стволах деревьев и пнях. Многие виды похожи на шмелей и ос. В Европе наиболее распространен ктырь желтый, черного цвета с красновато-желтыми волосками на верхней стороне груди и брюшка длиной 18-20 мм. Усач ошейниковый или усач сухостойный или красногрудый усач – жук из семейства усачей и подсемейства усачики. Жук длиной от 6 до 9 мм. Время лета взрослого жука с мая по август. Распространен в Европе, на Кавказе, Закавказье, в Сирии и Иране. Жизненный цикл длится 2 года. Личинки развиваются под рыхлой корой, особенно дубов, осин или яблонь. Они зимуют и окукливаются следующей весной. Взрослые жуки встречаются с апреля по август, питаясь пыльцой. Двадцатидвухточечная коровка или псилобора – жук из семейства божьих коровок. Голова желтая или с темным передним краем. Ротовые части, усики, ноги желтоватые. Передняя спинка желтая с 5 черными точками, щиток черный. Надкрылья желтые с 11 черными точками каждая. Длина тела 3-4,5 мм. Этот вид, обычный на травянистой растительности, питается грибками, мучнистой росой. Личинки питаются тем же, что и взрослые жуки. 22-точечные коровки распространены повсеместно в поясе умеренного климата Евразии, в лесных и лесостепных зонах, по берегам водоемов, на различных растениях, везде, где может найти себе пропитание. Хлебный жук, или кузька хлебный, или кузька посевный – жук семейства пластинчатоусых, опасный вредитель хлебных злаков, вызывающий массовые повреждения посевов. Имаго выедают зерна злаков в стадии молочной спелости. Кормовые растения,
пшеница, реже рожь, ячмень, пырей и некоторые другие дикие виды. Личинки питаются в почве корнями и проростками злаков, может вызывать сильное изреживание всходов. Распространен в европейской части России, в степной зоне Урала, Казахстана и Алтая, на Кавказе. Наибольший вред причиняет в степных черноземных районах юга России, в западных и восточных областях Казахстана.